21 сообщение о происшествиях на дорогах областного центра поступило на пульт 102 за минувшие выходные. Еще 4 ДТП зарегистрировано на автодорогах республиканского значения. Большая часть аварий связана с наездом на препятствия и несоблюдением дистанции. В результате пострадало 4 человека. Так, к примеру, в Айртауском районе произошло лобовое столкновение между автомашинами Lexus и Volkswagen Passat. 3 североказахстанца получили различные травмы. Еще 2 аварии зарегистрировали в Кызылжарском районе на автодороге Жезказган-Петропавловск при въезде в аул Бесколь. Произошло столкновение между автомашиной Audi и Lada Granta, в результате которого никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Также минувшим утром на указанной автодороге произошло 2 ДТП с участием 4 автомашин, в результате которых пострадал 1 человек. По фактам ДТП собраны материалы, которые будут переданы в суд для принятия процессуального решения.